Вот этот человек, 29-летний юрист Дмитрий Виноградов, расстрелял 7 своих коллег прямо в офисе фирмы, в которой работал и сам убийца, и его жертвы. 5 человек погибли мгновенно. 1 в тяжелейшем состоянии находится в больнице. От рук русского Брейвика погибли Елена Лапшина, Наталья Плеханова, Александр Бирюк, Антон Третьяков, Денис Моисеев. Вот что зафиксировали камеры видеонаблюдения утром 7 ноября. Вот убийца с огромным рюкзаком за плечами запросто проходит пост охраны. Обратите внимание, что охранники мирно беседуют друг с другом, не обращая внимания на подозрительный рюкзак одного из сотрудников. Вот киллер идет по коридору фирмы и заходит в туалет. Вот русский Брейвик выходит из туалета, переодетый и вооруженный. Вот Виноградов подходит к отделу финансов. Обратите внимание, что от винтовки на полу видно зеленое пятнышко. Оружие было с лазерным прицелом. У тех, кто находился в этой комнате, практически не было никаких шансов. Всех их Виноградов убил выстрелом в голову. А вот эти слова убийца разместил в социальной сети за несколько часов до расправы над своими сослуживцами в 5 утра. Я ненавижу человеческое общество. Я ненавижу саму эту жизнь. Я вижу только один способ ее оправдать. Уничтожить как можно больше частиц человеческого компоста. Сегодня в прямом эфире мы поговорим о том, что могло стать причиной этой трагедии и можно ли было остановить русского Брейвика Дмитрия Виноградова. Этим утром пришло еще одно печальное сообщение о том, что еще один сотрудник компании Никита Стрельников, ему было 29 лет, он был на испытательном сроке, скончался в больнице от пуль Виноградова. Абсолютно адекватный молодой человек, абсолютно. Вот. То есть вот насколько позволяет общение вот, в лифте, да, на лестничной площадке, в подъезде, вот встречи. Добрый вечер, доброе утро, здравствуйте, до свидания. Никаких резких движений, никаких отрицательных моментов с его стороны. Вот. Почти за 7 лет не происходило. К ним никогда не приходили посторонние люди. А можно так, он в армии не служил? Нет. А причина какая, вам неизвестна? У него психическое какое-то заболевание было. Вот, пожалуйста. И кто ему продал? Нет. По этому психическому заболеванию он и состоял на учете в Александровской больнице, где и принимал депрессанты. У нас в стране коррупцию никто не победил. Я 10 лет сам проработал в правоохранительных органах. У нас лицензионно-разрешительная система работает простым образом. Сотрудники милиции, они не обязаны проверять на твое психическое состояние. Там ты псих или не псих. Ты приносишь справку конкретную, заявление, определенные формы. А справка медицинская, это уже другой вопрос. У нас сейчас спокойно через интернет можно за 3000 рублей приобрести справку, не проходя никаких врачей. Вот. Из этого произрастает то, что нам и врачам, и всем остальным наплевать, кому мы фактически выдаем лицензию на покупку оружия. Вот и все. Если посмотреть что, на страницу ВКонтакте, что вот там это фотографии нацистов, там фотография, картинка «Kill everybody», «Убей каждого», на которой стоит, внимание, 4500 лайков. О чем это говорит? О том, что это совершенно свободная информация, доступна, нету системы мониторинга в интернете на настоящий момент, которая позволяла бы отслеживать вот такую вот ситуацию. В 5 часов утра у себя на странице ВКонтакте Дмитрий Виноградов выложил свой, в кавычках, мини-манифест об отношении к жизни. Давайте посмотрим, что он там написал. Внимание. С трудом выношу современное общество потребления, потребляющее все, что оно может потребить, хотя сам в нем состою. Трагедию современной жизни вижу в том, что мы всегда идем на компромиссы с собой, не имея сил сказать себе «нет». Компромиссы не люблю особенно сильно. К великому сожалению, в том, что он написал, вот надо перекреститься и признать, что некоторые вещи не были столь уж неправильными. Там написано о том, что люди хотят все время потреблять, потребить как можно больше и как можно скорее. Эта ситуация рано или поздно, вот эта вот энергия противостояния, она начинает выплескиваться. Она, понимаете, неважно, где он это оружие достал. Ну, не достал бы здесь, достал бы в другом месте. Не Виноградов, так был бы Петров, Пупкин или еще кто-то. Они бы это оружие достали, купили бы и это сделали. К сожалению, совершенно правильно вы сказали, что мы чувствуем себя незащищенными в этом обществе. Нас постоянно ненавидят здесь, постоянно внедряются какие-то рекламно-маркетинговые ценности. Давай там, возьми от жизни все, укуси, получи и так далее. Это начинает так давлечь на человека, что он становится психом. И рано или поздно он это делает.